В эти выходные горючее уже по традиции станет еще дороже. Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на субботу, воскресенье и понедельник. Регулятор постановил, что бензина 95 будет стоить 20,71, то есть на 4 бана больше, а солярка на 17 банов. И на ЗС ее будут продавать за 17,48.